Будем вітати гостей, талановиті, енергічні, просто стромкі хлопці. Привітання. Доброї раниці. Доброго ранку. Так, ми кажемо вже в нашій студії Павло Городницький, клавіші, вокал і Денис Тарасенко, гітара та також вокаліст гурту «Розбите серце пацана». Доброго ранку. Ну, як вас зустріла Одеса? Розкажіть. Ой, Одеса зустріла нас чудовим подвор'ям, тому що в Києві прохладній. Тут, звісно, морський воздух прекрасний, чудова атмосфера. Одеса дуже любимий город. Ну тут, як, із того, що через те, що море прохолодніше, чи ні? Чи вже просто осінь? Воздух другий. Воздух йодом пропитаний морський воздух. Вже сьогодні у вас відбудеться концерт в Одесі, так? Да, розкажіть, де саме, о котрій годині і що буде цікавого? В клубі More Music Club ми будемо грати концерт. Повноцінний, повноформатний концерт, 2,5 часа. Це буде презентація нашого нового альбому, який вот вийшов 31 августа на всіх стрімінгових площадках. Можна його скачати, послухати. Альбом називається «Ощущення». «Ощущення». А по-нашому – «Ощущення». «Ощущення». І що ж там за такі ощущення? Хто там що ощущає? Ну, це ощущення наше от жизни. Рефлексія. Альбом писался 2 года, то есть он и затронул события, которые происходили в Беларуси, послевыборные, поствыборные, протестные, там, две песни «Бег» и «Серый квадрат», которые напрямую отсылают к этой теме. Но также есть и песни, которые рефлексии на тему детства, наших воспоминаний, ностальгии. Ну и, конечно, без любовной тематики мы тоже не обошлись. Потому что группа называется «Разбитое сердце пацана». Да, у нас все песни о несчастной любви. Да. Да. Ну, вот, я и хотел запитати, как, ну, вам, звичайно, задавали уже такие питания, как выникла назва такая «Разбитое сердце пацана»? Маленькая история, она грустная. Ну, ничего. Была девушка, мы с ней встречались, а потом она разбила нам сердце и ушла к нашему барабанщику. И все. Название группы тут же родилось из жизни. Это не придумка, это не фантазия, это реальная история. Ну, знаєте, про розбите є таке чудове таке прислів'я. Якщо яйце розбилось, можна зробити з цього класний омлет. Ну, вот мы этот омлет уже 15 лет делаем, ну, да, уже 6 альбомов смачно. И людям подобается. Ну, это главное, чтобы людям подобалось. Как взагалі вы, расскажите, опинились в Одессе? У нас сейчас проходит такой большой концертный тур. Поддержку. Мы, да, совсем недавно приехали из Польши, там 6 городов, 6 больших концертов у нас было. И вот мы решили порадовать слушателей, зрителей в Украине. Вот у нас концерты в Одессе, в Киеве, во Львове. Вот затем планируем, если все будет хорошо, сыграть концерт в Праге, в Вильнюсе, Австрия, Вена. А расскажите, какие впечатления от Польши детальнейшие? Как прошли концерты там? Концерты прошли замечательно, на ура, очень много зрителей. Ну, так сложилась ситуация в Беларуси, что очень много людей вынуждены были уехать, дабы избежать репрессий, которые сейчас в Беларуси просто чудовищные. Там гайки закручиваются ужасно. Это все очень напоминает 37-й год, только пока еще не расстреливают. Вот, поэтому зрителей очень много, и наших старых друзей, поклонников. В Варшаве мы вообще такое ощущение, как будто в Минске сыграли концерт. Все те же люди. Но оно, с одной стороны, приятно, конечно, с другой стороны, ситуация очень... Хотелось бы, чтобы ее не было такой ситуации. Чтобы все эти люди пришли к нам на концерт в Минск, на большой. На рідній землі. До речі, ось ми поки ефір ще не почався, ми тут з Павлом говорили і дізналися, що мова, якою ви співаєте, вона не просто білоруська, а? Це називається тросянка. Так, розкажіть, будь ласка. Це аналог вашого, мабуть, суржика. Ага. Это смесь русского и белорусского. На самом деле это как бы такой третий
государственный язык. То есть у нас русский mm-hmm. государственный и белорусский, но есть еще и тросянка, потому что на ней разговаривает на самом деле большинство mm-hmm. белорусов. То есть очень мало людей, которые чисто на русском или чисто на белорусском говорят. То есть они употребляют какие-то слова русские, какие-то белорусские. Mm-hmm. И вот такая мешанина, да, нам просто интересно, потому что до нас это мало кто делал. Нам интересно было вот в музыкальном плане эту тему mm-hmm. поднять и как бы посмотреть на этого персонажа, который вот, вот такой вот простой mm-hmm. хлопец из народа, как он живет, что он чувствует, что он переживает и так далее. А сама назва «Тросянка», как это выникло? Це... «Тросянка», ну то, что что-то... Мешанка. Мешанка, тросянка, да. Взяли, взяли потрясли, 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 смешали, смешали, и получился такой вот какой-то язык. Да, ну на самом деле это очень интересно, потому что писали научную работу люди. По нашему творчеству. Да, по нашему. Там доктор наук, вот лингвист, он занимался, писал, как влияет тросянка на язык, как она формирует вообще новые какие-то слова. Мировоззрение, да. Это довольно глубокий пласт. Нічого собі. А вийшов новий альбом. Чи плануються якісь кліпи? Що ви плануєте робити далі? Да, сейчас уже ведется работа. Мы уже на несколько песен сняли материал. Угу. Сейчас будет монтаж. І коли очікувати? Ну, орієнтовно. Тогда мы за это заплатим. Зрозуміло. Мы в Лоді, вот когда приехали в Лодь, у нас был свободный день, и мы там ребята из там есть киношкола, знаменитая в Лоді, откуда Анджей Вайда и другие угу. кинорежиссеры. Мы там сняли клип, и я думаю, что скоро спонтируют его и выйдет. Вот. Ну и остальные там. Я думаю, что в течение месяцев трех-полугода порадуем. Ну, рядом. Так, будемо чекати. Я сподіваюся, всі будуть чекати. Мені дуже цікаво, знаєте, що до нас приходять багато музикантів, творчих, класних людей. І ми завжди питаємо в них, як вони створюють пісні. І всі розповідають, звичайно, різні історії, як там, ми просто збираємось, там ще щось. Як розбите серце пацана створює свою творчість? Сложний вопрос со звездочкой. Раньше було як? Ми влюблялись в какую-то девушку, вона нас бросала, все, новий альбом. Готов. То есть настолько творческое внутреннее разрушение было, как по-русски сказать. Ну, в общем, да. Что это все рождалось в музыку. Сейчас как-то по-другому уже. Ну, и сейчас мы... Сейчас в нас уже влюбляются. Да, влюбляются. Да, да. И это дает какой-то творческий импульс для создания песен. Да, ну и по-разному, я думаю. Есть песни, которые просто, они из жизни, просто жизненное наблюдение. Mm-hmm. Вот, допустим, новая песня, она не вошла в альбом, но будет в следующем альбоме «Олеся». Это песня по мотивам у нас, когда в Беларуси задерживали, нас арестовали со всей группы, отсуток осудили за концерт. И мы ехали в тюрьму, и в автобусе ОМОНовец влюбился в задержанную. В Олесю. Ее звали Олеся, он у нее просил телефон, с ней шел на контакт, флиртовал с ней. Это всю дорогу, два часа. Да, ехали, всю дорогу. Всю дорогу просил у нее телефон. Вот, то есть, это история какого-то эту... фильма. Да, 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 абсолютно mm-hmm. фильмовая история. И мы ее как бы... То есть непонятно, он на самом деле влюбился или нет, или это просто какой-то такой стёб, подкат. Ну, говорят, что на самом деле. Он mm-hmm. ее потом искал. Ну да. Ну, но нам интересно было вот в песне посмотреть, ну как бы... Это же Ромео и Джульетта абсолютно, да? То есть разные mm-hmm. социальные mm-hmm. группы, да, они друг друга не любят, но противоборствуют, но любовь превыше всего, да. А які ідеальні умови для написання пісень? Хтось там пише лише вночі, чи за кермом автомобіля, як у вас? Ось коли приходить цей текст у голову? Совершенно різні обстоятельствах. Я можу їхати в машині за рулем, і у мене вдруг рождається куплет. І ще зупиняєтеся і записуєте? Ні, я рискую собственною життю, беру телефон, щось там надиктовую. В общем, це совершенно по-разному. Это непредсказуемо и необъяснимо. Это ты можешь идти по улице, бах, песня, все, готово. А может одна строчка годами висеть в голове, а потом там через несколько лет обстоятельства складываются так, что рождается песня. Ага. Это творчество. Да, вот из нового альбома песня «Вилейка», мы ее, наверное, год или полтора. Да. Все, она как-то не рождалась. То есть приходили на репетицию, приносили, и как бы не то что-то. Угу. Меняли там, меняли текст, меняли музыку. Ну и в итоге вот она получилась. Ну, просто долгий процесс. Да, или песня «Бег».
наша первая песня нашего нового альбома. Абсолютно на реальной истории. Мы убегали от ОМОНовцев во время акции протеста. Они нас чуть не словили, там уже метр оставался. Но мы смогли убежать. И вечером я сел за стол, взял гитару в руки и родилась песня. Ну, я б теж, мабуть, написав пісню, якщо б за мною гнався хтось, сів би. І це надихає, мені здається, щоб написати. Як взагалі Павло і Денис познайомилися? Ми однокурсники. Ми вчились місті в університеті на актерському курсі. Mm-hmm. Ми актери ще, помимо. Ну, чому так мені приємно говорити з людьми? Актори. Так. И навчались разом, так? Да, да, мы учились вместе, да. У меня было несколько песен написано. Я их исполнял один на баяне. Угу. Но я понимал, что баян — это слишком мелко для такого масштаба творчества. Угу. А Паша играл на фортепиано. И я, чтобы с ним поближе познакомиться, предложил ему поучаствовать вместе, ну, спеть вместе пару песен. Угу. На каком-то студенческом капустнике что-то. Угу. Да, и это имело огромный успех. То есть... Мы в плане импровизации что-то наиграли, мы представили наши песни. Mm-hmm. Там, у нас три песни было всего лишь. А зал лежал покотом, все смеялись до слез, и мы поняли, что это может быть интересно. Да, на следующий концерт тоже там в аудитории студенческой mm-hmm. пришло очень много, там человек, наверное, 300. Ну да, 300. Wow. 100 человек в самой аудитории, там люди висели на трубах, чтобы нас посмотреть. Да. То есть мы поняли, что да, это работает. Через неделю мы были самыми популярными парнями в университете. Да, во всем огромном университете. У нас ректор автограф брала. Класс. Слушала наш концерт в студенческой столовой. Мы делали концерт. Тащили пианино. Она пришла, села, так? Она пришла, взяла салат и слушала. Взяла салат и слушала, да. А що в театрі? Працювали ви чи? Да, Белорусский свободный театр, там очень знаменитый в мире театр. Вот мы там являлись актерами сейчас. Я до сих пор, да. Да, да. А, да? Да. А я вот играл там 13 лет в этом театре. Угу. Ну, мені цікаво дуже, тому що поєднується професія моя з цим. Ми їздили з виставою в Могильов. Угу. Стас Жарков. Да, да. Він вставив, і ми ж грали виставу за Андрій, Олексій, як же його звати? З училища. Угу. Іванов. Іванов. Андрій Іванов. Іванов. Угу. Так, ми грали. Ви грали дуже... з училища? Так, Сергія, так, в цій пісні. Просто я кажу про те, що якось театральний світ дуже так... Поєднується і в Одесі, і в Києві, так, з білоруськими акторами. Навіть знайомий я з акторами деякими, з білоруськими. Ну, це да, дуже... Стас ставив в Мінській Жарков. Так, 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 так. Ну, бачите, як світ який да? тісний. Угу. Ну, що ж, залишається, я не знаю, багато можемо говорити. Завжди з талановитими людьми, з творчими можна говорити безліч часу, безкінечно. Залишається в нас не так багато часу, 10 хвилин до завершення прямого ефіру. У нас ще багато чого попереду. Залишається тільки попросити наших гостей, щоб вони запросили одеситів на свій концерт. Приглашаємо, друзі, вас на концерт. Сьогодні в More Music Club 8 часов група РСП дасть жару. Дякуємо. Дякуємо. Ще раз нагадую, щоб в нас були... представники гурту «Розбите серце пацана» Денис Тарасенко та Павло Городницький. Дякуємо вам, творчих вам успіхів, натхнення, і нехай, щоб ви нікому не супротивились, щоб було все так, як ваша душа хоче.